Книги школьников Поморья вышли в свет. Накануне в Архангельске подвели итоги литературного конкурса «Живая летопись. Судьба в истории страны». Чествовали победители в правительстве региона. Вручить награды приехали актриса Алиса Гребенщикова, литературный критик Александр Гаврилов. В 2012 году маленькую семью Марины Олейник настигла страшная трагедия, в результате которой они потеряли родной дом. И только воспоминания о дедушке, герое войны и смелость ее матери не дали ей поддаться панике. Истории ее деда о Великой Отечественной, его храбрость, как и храбрость всего русского народа, вдохновили ее написать свою историю на конкурс «Живая летопись». Мама, так сказать, переняла корни моего прадедушки и также проявила героизм. И я подумала, что это было бы хоть как-то нужно выразить в книге, просто чтобы сказать, что такое есть, и мы помним, ценим, любим наших родственников. Рассказать историю своей семьи и принять участие в исследованиях собственных корней решили школьники со всего Поморья. Литературный конкурс «Живая летопись» на протяжении полугода принимал работы. В качестве компетентного жюри выступили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, телеведущая Тута Ларсен и актриса Алиса Гребенщикова. Я с очень большим интересом читала работы и почувствовала, что их объединяет одна вещь – все они дышат увлеченностью. Увлеченностью как истории своей семьи, так и истории своей страны. И все они написаны неравнодушными людьми. А это очень ценно и очень важно, и очень правильно быть неравнодушным. Каждый участник конкурса проделал долгий и трудный путь. Многие обращались за нужной информацией в архивы, отправлялись в экспедиции к своим корням и местам захоронения своих прадедов. Для многих такой новый интересный опыт стал отправной точкой в выборе будущей карьеры. Можно представить то, что раз уж я начала так писать, можно и постараться еще, вдруг это талант у меня такой. Всего на конкурс было прислано более 350 работ, многие из которых, как отметили организаторы, были настоящей подлинной литературой. По итогам читательского онлайн-голосования и мнения жюри, самые примечательные работы были отмечены почетными грамотами и подарками, а школы, представившие лучшие творческие коллективы, удостоились издания своих работ. Первыми по результатам конкурса стали ученики Онежской школы номер 4, вторыми – коллектив из Северодвинского лицея номер 17, а почетное третье место забрали с собой учащиеся Новодвинской гимназии. Валентина Приходько, Элеонора Кокина, Сергей Зеленский. Время региона.